на НТВ новости в студии Эльмира Эфендиева. Главное к этому часу. Атака на пассажиров в Дюссельдорфе. Мужчина с топором ранил посетителей центрального вокзала. И интересное положение, почему армия США терпит небоевые потери. В Дюссельдорфе неизвестный мужчина напал с топором на пассажиров центрального вокзала. 7 человек пострадали. 3 из них получили серьезное ранение. По данным полиции, преступник вышел из поезда и, когда оказался в толпе, начал размахивать топором. Затем он попытался скрыться, но его удалось задержать. Среди пострадавших 2 женщины. Нападавший пытался сбежать, прыгнув с моста. Он получил тяжелые травмы и находится в больнице под надзором полиции. Подозреваемым оказался 36-летний выходец из бывшей Югославии. По словам полицейских, вероятнее всего, у него имеются проблемы с психикой. Следователи предполагают, что преступник действовал в одиночку. Минувшей ночью российские любители футбола, затаив дыхание, следили сразу за 2 важными матчами. В 1/8 финала Лиги Европы Краснодар играл в гостях с испанской «Сельтой». Удержать ничью команде Игоря Шалимова, к сожалению, не удалось. На последних минутах счет стал 2-1 в пользу хозяев поля. В Сирии амнистировали 8 бывших боевиков. Все они жители восточной части Алеппо, которые перешли на сторону правительственных войск. По данным сирийских спецслужб, мужчины записались в ряды Джабхат ан-Нусра, чтобы спасти свои семьи. Боевики угрожали мне. Если не будешь с нами работать, мы тебя убьем. Они издевались надо мной. Видите, как изуродовали лицо? У меня 2 братьев, они солдаты сирийской армии. Если бы я за них не отрабатывал, меня бы убили. Когда президент Сирии издал закон об амнистии, мой брат сразу позвонил мне и сказал: «Я жду тебя в условленном месте, ты выходи, и все будет хорошо». Сразу после освобождения бывшие боевики воссоединились со своими семьями. Воспользоваться правом на амнистию могут те, кто согласился добровольно сложить оружие и не совершил серьезных преступлений. 2 человека погибли в ходе столкновений сторонников президента Южной Кореи с полицией. Накануне Конституционный суд страны признал законным импичмент Пак Кын Хе. В прошлом году парламент отстранил ее от должности после громкого коррупционного скандала, главным фигурантом которого стала лучшая подруга президента. По данным следствия, она использовала личные связи, чтобы вымогать крупные суммы у корейских бизнесменов и даже оказывала влияние на принятие важных политических решений. По стране прокатилась волна демонстраций сторонников и противников Пак Кын Хе. Она стала первым президентом в истории страны, которая лишилась своего кресла в результате импичмента. По закону новые выборы пройдут в течение 60 дней. Сейчас обязанности первого лица исполняет премьер-министр. Жители подмосковных Люберец подали в суд на городские власти. Мэрия признала аварийными почти 500 малоэтажных домов. По документам, стены здания покрыты трещинами, а лестничные пролеты буквально разваливаются. Хотя на деле все не так плохо. Тем не менее, чиновники задумались снести постройки и возвести на их месте новый жилой комплекс. Правда, квартиры в нем предлагают серьезные доплаты. Жильцов такой вариант не устраивает. Почему? Разбирался Александр Терехин. В этой квартире, кажется, никто и не задумывался о переезде, но у застройщиков оказались свои планы на эти квадратные метры, а еще на эти и вот эти. Сразу 46 полувековых малоэтажек не вписались в планы городского развития. Собственников обязуют до 1 мая 2017 года произвести снос домов собственными силами. И даром, что дома, по словам жителей, простоят еще минимум лет 50. Вот ведь по соседству новенькая многоэтажка того же застройщика. Туда хоть завтра готовы перевести большинство жителей. Правда, равных по площади квартир там не обещают. Либо мы переезжаем в двухкомнатную квартиру и доплачиваем по 112 тысяч за квадратный метр. Либо мы можем переехать в однокомнатную, опять же, если они найдут похожей площади, если нет, то доплачиваем разницу. На вопросы жителей, почему они вообще должны куда-то переезжать, в администрации отвечают: для вашей же безопасности. Дома, мол, старые, хорошо, что раньше не рухнули. Вот же, разбитые лестницы, прогнившие трубы, место непригодное для жилья. По крайней мере, такими здания увидела специальная комиссия застройщиков, признавшая дома аварийными. Вот так, согласно заключению специалиста, выглядят прогнившие деревянные двери. Хотя, по словам жителей, их еще лет 10 назад заменили на металлические. Или вот, стены рушатся от многочисленных трещин, но при ближайшем рассмотрении их не видно, впрочем, как и обветшалых деревянных оконных проемов. По факту в подъезде стоят
новенькие пластиковые стеклопакеты. Прежде чем приступить к сносу, застройщик обещает выкупить все квартиры по средней рыночной цене – 80 тысяч за квадратный метр. У нас действует договор, мы должны его исполнять со стороны инвестора, и мы будем предлагать людям выкупать их квартиры. Закрытым вопрос сноса зданий считают и в местной администрации. Правда, взамен все же предлагают два варианта – переехать в другие районы, либо вовсе переждать пару лет, пока на месте старых домиков не вырастет новый многоэтажный комплекс. Мы же с вами не в тундре, не в степи, где в любом месте можно взять, поставить дом и перевести вас туда. Вы знаете, что Люберцы является городом плотной застройки, и свободной земли нет. Однако в то, что в новых домах им вообще найдется место, жители не очень-то верят. Они даже подали иск о неправомерном признании домов аварийными. Хоть какая-то надежда, признаются измученные люди. Заседание назначено на конец марта. Александр Терехин, Юрий Федин, Тигран Товмасян, Алексей Карпов, телекомпания НТВ, Подмосковье. Минэкономразвитие предложило способ стимулировать россиян самостоятельно копить себе на пенсию. Ко мне присоединяется Юлия Бехтерева, ведущая деловых новостей. Юля, что предлагают? Будут поощрять ставкой НДФЛ. Каким образом, сейчас расскажу. Сейчас ставка налога для физлиц составляет 13%. Минэкономразвитие обсуждает идею снизить ее для тех россиян, которые будут отчислять больше денег на пенсию со своей зарплаты. Об этом пишут ведомости со ссылкой на федеральных чиновников. Высчитывать будут по взносам в систему индивидуального пенсионного капитала. Ее разработали ЦБ и Минфин. Согласно предложению, если человек решит отчислять 10% своей зарплаты, то и ставку НДФЛ для него снизят до 10%. Если откладывать на пенсию гражданин не хочет вообще, ставка НДФЛ вырастет до 15%. Текущий показатель в 13% сохранится у тех, кто откладывает 4% от зарплаты. Собеседники газеты отмечают, что пока эта идея обсуждается лишь внутри министерства, и расчеты не окончательные. Нефть, которая валилась две сессии подряд, делает новые попытки отыграться. Баррель Brent прибавляет всего 36 центов. Наши индексы накануне понесли приличные потери вместе с нефтью, ну а сегодня на открытии стараются расти вместе с ней. И рубль несмело заглядывает вверх. Доллар на межбанке стоит 59 рублей 25 копеек, евро 62,74. Ну а россияне стали в два раза меньше ходить на бизнес-ланчи в рестораны. В исследовательской компании NPD подсчитали, что за прошлый год количество таких обедов сократилось на 48%. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». Также в заведениях общепита стали завтракать на треть меньше. Аналитики объясняют, что сейчас в целях экономии россияне сократили те посещения ресторанов, которые связаны с удобством. Это как раз завтрак и обед. А вот на ужинах, куда обычно приходят отдохнуть и спокойно провести время, экономить не готовы. В этом сегменте потери незначительны, всего 1%. Эль, на этом у меня все. Спасибо, Юлия Бехтерева, с экономическим обзором. Компьютерная система ЦРУ устарели и нуждается в обновлении. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По его словам, утечка секретных материалов всерьез обеспокоила президента. Тысячи документов опубликовал сайт WikiLeaks. В них содержится информация о технике кибершпионажа ЦРУ. В Вашингтоне считают, что случившееся может представлять серьезную угрозу национальной безопасности. Я думаю, что они проводят параллели с делом Мартина, который был арестован в США несколько месяцев назад по обвинению в хищении секретных документов АНБ. У него обнаружили десятки терабайт исходного кода, который использовался для атак на серверы, механизмы защиты и операционные системы из сети по всему миру. Скорее всего, к этой информации имели доступ оба агентства. ЦРУ могло воспользоваться методами, разработанными другими государствами, взломав их системы при помощи таких механизмов. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал этот промах ЦРУ исторической некомпетентностью катастрофических масштабов. По его словам, спецслужба разработала огромный арсенал вредоносных программ, но при этом не смогла защитить себя от взломов. С необычной угрозой столкнулась и армия США. Ее ряды терпят небоевые потери из-за бэби-бума. Тысячи женщин-военнослужащих массово уходят в декрет. Самые сложные ситуации на флоте. По причине беременности на берег списывают каждую шестую девушку. Многие политики уже призывают закрыть глаза на толерантность и запретить так называемую гендерную интеграцию. Об интересном положении американских войск Алексей Веселовский.
Мы на передовой, вместе с мужчинами сражаемся за нашу страну. Мы воины. В рекламном ролике военно-морских сил США женщины рассказывают, почему им нравится флотская служба. Однако один ее аспект явно ускользнул от внимания авторов. Оказывается, активно набирая женщин во флот, ВМС США столкнулись с проблемой беременности. Всего к лету 2016-го на американских кораблях 3840 женщин готовились стать матерями. Администрация тогда еще Барака Обамы не афишировала эти цифры, и получено они были журналистами только в этом году по закону о свободе информации. Раньше до гендерной интеграции в вооруженных силах, объявленной Обамой, проблема так остро не стояла. Женщин неохотно брали на корабли, в большинстве своем они служили в береговых частях, и даже если беременели, то такие потери по личным обстоятельствам большой угрозы для флота не представляли. Сейчас же, списывая будущих мам с боевых кораблей, ВМС США вынуждены спешно искать им замену, что сказывается на боеготовности. Кроме этого, один перевод на берег обходится Пентагону в 30 тысяч долларов. Если посчитать, получается, что только на перевод беременных в другие части в 2016 году американский флот потратил свыше 100 миллионов долларов. Вопрос должен стоять не в том, чтобы феминистки победили, а в том, чтобы выиграла Америка. И если приходится выбирать между социальным экспериментом и армией, я встаю на сторону армии. В 2015 году Пентагон объявил, что собирается довести число женщин на боевых кораблях до 25% от всего личного состава. Той же дорогой гендерного равенства чуть позже отправился и спецназ ВМС «Морские котики». Какой будет женская политика Пентагона теперь, когда власть в Вашингтоне поменялась, пока неизвестно. Дональд Трамп на этот счет не высказывался, и новый министр обороны США Джим Мэттис, который до назначения был против женщин на службе, сейчас хранит молчание. Но если все останется как прежде, то, как шутят на флоте, скоро им придется открывать ясли на боевых кораблях. Алексей Веселовский, Авиабрамов, НТВ, США. В сети набирает популярность видеоролик со смеющейся Терезой Мэй. За сутки запись успела стать мемом. She's unkeen on answering questions on that. Did she actually know what... Такую реакцию британского премьер-министра вызвали слова лидера партии либеристов Джереми Корбина. Тот обвинил Мэй в согласовании сделки, которая повлекла повышение налогов. Короткий ролик моментально разошелся по социальным сетям. Самые креативные интернет-пользователи представили чиновницу с демоническим хохотом и в языках пламени, или даже поедающую рыбу. Кое-кто увидел сходство Мэй с главной злодейкой диснеевской «Русалочки». К этому часу все. До встречи!